Всем привет! Это «Про новости». С тобой я, Артем Шалимов. Сегодня в выпуске. Как две капли воды. Вот говорят, молодой Губин. Похож на вас? Фиг вам. Как Андрей Губин прокомментировал сходство со Славой Мерлоу? Клип на какую песню битмейкера посмотрит артист и как оценит? Расскажем совсем скоро. Мы подготовили для вас возвращение Андрея Губина. Считает ли певец, что Слава Мерлоу похож на него в молодости? Что Губин думает по поводу клипа битмейкера «Лиза»? И какую оценку ему поставил «Хит» или «Стыд»? Расскажет Артем Скоробогатов в нашей любимой рубрике. Это правда, я Андрей Губин. Такие девушки, как звезды, срывают небе до утра. Вот в наше время были песни, так песни. Трататушки, тра-та-та. Людмила Зыкина, певица. Конечно, мощная. Капец, оказывается. Похож на вас? Две руки, две ноги. И фиг вам. И фиг вам. Андрея Губина интересовали девушки, как звезды, задолго до того, как Слава Мерлоу говорил кому-то «пока». Последнего же часто сравнивают с молодым Губиным. У артиста даже есть трек с одинаковым названием. Что скажет мэтр сцены про клип фрешмена «Лиза»? Давайте узнаем. Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы молодых артистов слушаете? Там, фрешмены какие-то. Значит, не слушаю, но иногда, когда слушаю и удивляюсь, то есть вроде бы это всегда те, кто постарше, они говорят, вот в наше время были песни, так песни. Допустим, когда мы начинали, говорили, вот Людмила Зыкина певица, вот Муслим Магомаев был, а Юрий Антонов это кто такой? А это что такое? Сейчас какое-то там не лето, там хочет и мучит. Извините, что в маске. Это правда, я Андрей Губин, просто неохота гримироваться, То есть, кого-то я знаю, там, я не помню, как это произносится, Артикасти. Асти, я понимаю, этих клипов насмотрелся, там, туда-сюда. А, допустим, я тут в интернет что-то зашел, потыкал, там, я такой, капец, оказывается. Знаете ли вы такого Славы Мерлоу? Да, конечно, Слава Мерлоу, это как молодой Губин. Вот, ну, да, конечно. И у него даже есть песня. Как молодой Губин. Песня «Лиза», да? Че, это «Лиза» будет? Да. Давайте. Изменилась моим другом, поцеловала его в губы. Я видел все косые взгляды, я слышал слухи, много слухов. Я люблю такие низкие басы, то есть я люблю такую тенденцию. Катится красиво, прикол. Хорошая компьютерная графика. Они же все падают. В Топтали это слишком обычно. Ну, там типа зомби бегают, ищут выход туда-сюда. Вот, там есть неплохие моменты, то есть, которые подчеркивают удары на барабанах. То есть, этот красный звонок, там что-то еще. Что Тимати, что Егор Крид, что Нилетто. У них у всех одна и та же ошибка. Современная музыка, она построена на рифах. На рифах бас-гитара. Пум-пум, пум-бум-пум-пум. Тучи. А тучи, как люди, да? Люди. Там раз мелодия интересная, а здесь, или там Андрей Губин, ну свою эту песню не легче петь. Такие девушки, как звезды, светит небе до утра, такие девушки, как звезды. Все, мелодия есть. Тебя я простила. Почему вас все сравнивают? Вот говорят, молодой Губин. Похож на вас? Нет. Вообще нет. Ну, может быть, он росту невысокого. Я-то маленького роста, он-то, наверное, невысокого, я надеюсь, парень. Вот. Но как бы... А лицо? У каждого человека мы все похожи. Две руки, две ноги. Там еще какие-то причиндалы и так далее. Там плечи шире или уже. Ну, он еще и песню назвал, как у вас. Лиза, не исчезай. Лиза, не улетай. Ну и что? Ну и что, а что теперь? Лиза, что это? Ноу-хау только мое, что ли? То есть это как бы это нормально. Это очень хорошая работа, очень хорошее видео. И пацан артистичный, все, спору нет. То есть нормально, я не то, что типа фу, какой-то нормальная работа. Но, понимаете... Одобряем. Вот, естественно. Вот, но постарайтесь все-таки искать мелодию, которая запомнится. Потому что без мелодии оно не работает. Кто-то скажет, изменились мелодии, фиг вам. Мелодии меняются, да, но мелодия все равно она остается, в ней должно быть какое-то зерно самостоятельное. Это не стыд, и это, но это, на мой взгляд, не хит. Я объясню, почему. То есть, да, здесь модный саунд, на который сверху напето что-то, такой, как бы, эмоциональный такой попсовый джаз, но...
это не хитово, потому что пройдет время, и никто не сможет повторить мелодию. Они стараются делать современные тенденции, потому что они хотят нравиться молодым девушкам, а молодые девушки тащатся от такой именно музыки. Движуха так. Да, ну как бы у нас тоже была движуха, просто она была немножко в другом темпе. Попса, она в том ее и сила, что она пробивает насквозь. Она сразу раз и кладет как бы хук, то-то-то. Не волнуйтесь, я не бью никого. А на сегодня это все. С тобой был я, Артем Шалимов. I love you. Пока-пока.